Знаете, как люди про майю рассказывают. Вот я вчера купил, это же лучшее, что может быть. Так же тоже можно про майю рассказывать. И прям возникает желание, я тоже хочу купить эту вещь. Она сделает меня счастливой. Но Махатма про майю рассказывает по-другому. Он рассказывает о том, что ты посмотри, никто в этом мире, даже самые-самые великие цари, те, кто живут на райских планетах, даже у них не получается быть здесь счастливым. Это чапала сукха, то есть иллюзорное, очень такое зыбкое счастье. Мы, конечно, смотрим на каких-то великих людей в этом мире и думаем, вот они-то счастливы, они-то счастливы. А они смотрят на тех, кто выше, и думают, вот они-то счастливы. А тем, кого некуда смотреть, они смотрят и думают, боже мой, как мы попали-то все. Ну, чтобы людей как-то веру и поддержать, чтобы ну, совсем хоть какой-то смысл у них в жизни был, они играют, что им хорошо, ну, чтобы хоть народ-то как-то радовался за них. Но, говорит, нету счастья, разочарование. И после этого Махарадж ними спрашивает, а каким образом я могу выбраться из этой майи? Каким образом я могу обрести счастье, которое неприходящее, настоящее счастье? Как это счастье обрести?